Доброго четверга вам, друзья. Недоброго четверга вам, мне, другие. Ну что, интернет помнит все. И Алексей Панин в этом убедился на днях. Посмотрите пару сюжетов. Здравствуйте, меня зовут Алексей Панин. И я иду в Крым. Еще год назад, когда я сказал, что Крым русский, меня чуть не депортировали с Украины. Теперь все поменялось. И мы идем в Крым. Пока украинские неграмотные политики, которых я не могу назвать никак, кроме как фашисты, собираются привести украинский парад в украинском Севастополе, мы едем играть в русский Крым, в русский Севастополь, в русскую Ялту. Я передаю привет всем крымским татарам, я вас люблю. А особенно хочу обратиться к господину Парарарашкая. Порошенко, вот фамилия, да? Не расслабляйтесь, дальше мы пойдем в Одессу! Всем привет, мне весь вчерашний день присылают видео, которое, честно говоря, мне не очень приятно. Это видео про Крым, видео 2015 или 2014 года. И, честно сказать, я даже не думал, что у кого-то еще возникнут вопросы по этому поводу, потому что десятки интервью я дал. Я давно обозначил свою позицию, чей Крым, украинский. Я давно попросил прощения у украинского народа еще до войны, живя в России, в интервью у Дмитрия Гордона, которое мы записали в Стамбуле, я все предельно понятно обозначил. И зачем сейчас заново поднимают эту волну с этим видео моим провокационным, которое, еще раз говорю, мне очень сейчас неприятно. Мне очень стыдно за то, что тогда я верил, как многие лохи, Владимиру Соловьеву, и тоже был абсолютно дурачком. Вот, поэтому всем добра, слава Украине. В студии «Правды-24» гость, который почти не оставил в своей биографии белых пятен. Наверное, самый скандальный актер Алексей Панин. Откровенно настолько, насколько это вообще возможно. Мы говорим о собаках, не пьяный-то особо был. Так чуть-чуть мы венца выпили. И не только о скандалах с собственным участием. Это все садились за руль пьяными. Ну, когда вы говорите «все», вы имеете в виду свое окружение, богему. «Правда-24». У меня дочка, когда это все читает, она смеется. Алексей Панин. Непризнанный гений. Смотрите в субботу в 18:30. Добрый вечер всем, кто проводит время вместе с нами на телеканале «Москва-24». В эфире программа «Правда-24». Мы ее ведущие Евгений Додолев, я Лейла Стрижемская. И сегодня у нас в гостях, наверное, самый скандальный актер Алексей Панин. Алексей, здравствуйте. Началось. У нас не так давно был ваш товарищ Джигурда. И мы его представили как самого эпатажного артиста. И он сказал, мой любимый Лёшка Панин, сказал, он меня давным-давно уже переплюнул. Поэтому это все вопросы вашему напарнику и товарищу. Я не знаю, как правильно сказать. Если Никита Борисович Гурда сам... Сам лично, прям вот... Иногда. Так. Не просто дает пищу прессе и СМИ, а даже и сам что-то иногда... постановочно делает, то я никогда ничего специально не делал. И из меня скандалисты какого-то эпатажного человека сделали все-таки не совсем по моей воле, а сделали все-таки ваши коллеги-журналисты. Никита Борисович, к вам с такой любовью, а вы вот так раз... Нет, стоп, стоп, стоп.